Образовательные учреждения округа готовятся к приему детей. Качество проделанного ремонта в дошкольном учреждении гимназии номер 41 проинспектировала специальная комиссия во главе с Владимиром Волковым. Отремонтирован пищеблок, установлена новая вытяжка и заменена вентиляционная система. На стенах новая плитка, потолки побелены. Рабочие наносят последние штрихи и подключают оборудование. Практически все, что запланировано, было сделано. Это и ремонт пищеблока, и ремонт веранд, и ремонт асфальта, покрытия. И сейчас приступили к ремонту фасада. 1 сентября ремонт фасада тоже будет сделан, поэтому дети придут уже в обновленные детские сады.